Вот. Кто-то опять скажет, Александр Док дразнит нас. Ну, а что поделаешь? Ну, вот сорвал я себе вот это лукошко, вот это Диме, а это в магазин девчатам передам. Я уже там месяц не был. Они уже там соскучились, говорят, Александр Леонидович, куда вы пропали? Да вот он я в саду, вот. Но я так скажу откровенно, что вот эти бы лукошки не были бы собраны, если бы не вот эти помощники. Потому что я там внизу, ой, внизу, я там вверху, вот видите, у меня подставка, вон лестница, он туда залазил, а они внизу. И мы, получается, вдвое быстрее собрали этот урожай. Они, правда, собирают в животики, а я в лукошке. Ну, какая разница? Все равно же из лукошка потом все это перекочует в животики. Да, Марсюшка? Марсенчик? Марсик? Спрашивают, правильно же я говорю? Так лучше сразу, да и все, в животик. Они мудрее нас, эти животные, намного мудрее. Они не заморачиваются, как мы, вот это, в лукошко, потом из лукошка в ротик, потом в животик, сразу в себя и все. Ну что? Это, а, вот у меня такая штука, при помощи нее я собирал лукошко. Раньше мы вешали на шею, знаете что? Эти были бидончики. А сейчас вот бидончиков нет, вот такие вот. Ну что, теперь вот проблема, как все это донести. Или вызывать тачку, или кто-нибудь по пути пошел бы. Или придется два рейса делать. Пошли. Хотелось бы снять. И еще вон, видите, у нас прицепом редиска. А что, ну, на салатик будет. Так, ну ладно. Одну-то это вот, видите, хорошо. Вот. А вот это вот. А вот это вот. А эти? Ну, эти сами дойдут, ладно. Эх, если бы можно было маленькую тележечку бы. И Марсюнчик сейчас бы потащил бы. За милую душу бы. Да, Марсик? Ну, он и так натрудился. Я не имею права, конечно, его так эксплуатировать нещадно. Потому что он полчаса назад переговоры с кротами вел. Два часа назад он по периметру ходил. Это Мирка, она начала бездельница. А Марсик пришел, потом вот мне помог. Видите, если бы не помог бы, мне бы, конечно, трудновато бы досталось бы. А так они внизу хрюкают. Хрю-хрю-хрю-хрю. А мне, знаете, какой-то... удовольствие, не так скучно, не так страшно одному. Ну, сами знаете, что такое компания. Ну что, понес я, наверное, вот эту вот возьму, вот так вот. Мне еще надо, знаете что, закрывать от ветра ладошкой камеру. А это я как раз приду в следующий раз и заберу. Пошли! О, а вот уже скоро, видите, будет и другая черешня. Понесем. Марсюха. О, хорошо хоть траву покосили. Марсик, ты же полчаса назад этим занимался. Пошли. Вот идет и все время отвлекается. Он, ну как, это как на полставки у него. Он идет, идет, а вдруг раз, крот там высадил голову. Надо ему срочно сказать, убирайся отсюда. Сейчас он догонит нас. Он сразу три дела делает, этот Марсик. Ох, как хорошо. Мируська, а я пока рвал черешню. Знаете, сколько ее нападало? И все это вот животики у них. Они ж хрю-хрю-хрю-хрю. Ну, наверное, по килограмму они точно съели черешни.
чисто там. Ничего нет. Марсик! Подшибашить решил, видите? Внепланово. Все, уже рабочий день закончился. Идти надо домой. Сейчас пойдем на склад сдадим урожай. И пойдем за следующим. А он сейчас будет нам навстречу бежать. Пойдем, Мируська. Пошли. Сейчас тут немножко осталось. Ой. То холодно, то жарко. То спина мокрая. Вот он хрюкает. Сзади прибежал. Где ты? Где ты? Вот я слышу. Звук. Ой, все. Ой, рука застряла. Вот так. Ну все. Что, пойдете за следующими корзинками? Ну там я уже камеру буду выключать. Мне придется двумя руками брать. Конечно, пойдут. 100%, 1000%, 1000000% они пойдут. Это уже проверено. Один раз я 15 раз мне пришлось ходить в сад. И 15 раз они вот так вот, вот так вот именно, бегом. Не просто там в перевалочку, а бегом. Вот, и Лерочек тоже. А ты чего сподвигся? Сидел, сидел, надумал, да? О, пошли. А Лерик может раз-два, но не больше. А в основном вот так, утром туда, а вечером обратно. Ой, спина болит. Надо уже прийти быстрее и на диванчик. Пока бульдожки не выкурили меня оттуда. Дождик прошел, но тепла еще пока нет. Ну я там в рубашке с коротким рукавом. Ну, ветерок такой еще как бы прохладный, потому что я вспотел. А небо какое, видите, восстанавливается. Ой, еще клубнику собирать. Где вы? Марсик! Марсик! Как будто бы он обязан. Марсиушка, получишь сегодня вечером вкусняшку. Я там нашел большущую жопку от колбасы. О, а это что такое? И эту жопку, если разделить на три части, как раз будет всем достанется. Откуда она взялась, не знаю. Делал порядок в холодильнике, и вдруг раз, жопень такая на меня смотрит. Я на нее, она на меня. Ну что, говорит, бери меня. Я говорю, да нет, у меня есть кому тебя брать. У меня другая жопень, которую я беру. Даже не жопень, а жопени. А это жопка, говорящая оказалась. Да, прям так вот говорит, отдай меня Марсику, Мирочке, Лерочку. Так, все, я пришел, заболтался. Ну что, теперь я тоже точно должен выключить камеру, потому что вот это вот я должен все донести до дома. Ну что, вздохну, перекурю, как говорится, тачки смажем и поедем. Еще и редиску тащить прицепом. Мируська, ну, раз ты уже пришла, на, Мирунька. Мирунька, иди. Беленькой сорвал. Покажи, как ты ешь. И как ты косточки выплевываешь. Давай. На зависть Николь и Сереге. Они там, кроме вишни, ничего не видели. А у нас и вишня есть. Зато они там грибами объедаются.
А у нас нет грибов. Нет, есть, но что-то страшно их есть. Какие они. В общем, мы не грибники. Ну что, все? Подъела? Марсик даже не подходит. А, это Лирик. Лирочек, иди, тебе дам тоже черешенки. А Лирик, гляньте, цветочки нюхает. Он или спрятал что-нибудь в цветочках, или стихи очередные написал и спрятал их туда. Он, видели? Маленький стишок поместил. Иди, иди, скромняшка наш. Иди, давай. Что тебе? На. И тебе тоже. Ешь. А, далеко кинул. Далеко, конечно. Надо было вот прям возле лица. Какой важный. Привык, что ему все в будку с доставкой. А тут далеко кинули. Что, сам будешь собирать? Он самостоятельный у нас. Ну что, земляне? Показал я, видите? Что, понес я? Хватит. Соловья баснями не кормит. На, еще тебе, Мирочка. Мирунька, на, спеленькую, глянь. Глянь, какая. Вот. Все. Спасибо за помощь. А, я ж хотел жопку показать. Какая там на меня смотрела. Ну, наверное, я выключу камеру. Приду в гараж, включу и покажу. Ну, все, пришли. Марсик. Говорит, хозяин, а ты там за какую-то колбаску рассказывал, что она на тебя там смотрела. Ну, жопка какая-то там колбасная. Что, это правда было или нет? Вот я принес, пришлось два рейса делать. Или Рочек пришел с нами. Все в сборе. Да была там какая-то колбаска, лежала, смотрела на меня. Пойду. Посмотрю. Может, она до сих пор лежит. Это сардельки, это сиськи, это лук, это не то, это картошка, это кашка, это молочко вам. О, вот она какая-то колбаска, гляньте. Жопка точно. Надо же, точно. Она еще и разговаривает, колбаска. Марсенчик, ты видел такую говорящую колбаску? Как бы фото такое сделать? Такой колбаски. Ну, ты, Лерочек, подержишь в зубах? А я сфотографирую, а? Леруха, сейчас я подкрадусь к кнопочке. Может быть, мне удастся вот так сделать. О, а ну-ка. Ну, хоть... Я к тебе прыгну. Марсенчик, а ну давай, вот так, раз, и на фоне Мирки, два, привет, колбаска, привет, что ты меня мучаешь, отдавай быстрее Лирику, Марсику и Мирочке. Ну что, обещал? Обещал. Хорошо такую колбасу резать. Так, на три части. На три. Ну, помогли хорошо вы мне. Гляньте, сколько больших этих. Ладно. Буду на три делать части. Это вот Мирочки. Это много, наверное. Будет таких три части. Давайте, наверное, мы так сделаем. Вот. А еще ж у нас вечер будет. Вот сейчас все равно ужин через полчаса будет. А это я на вечер спрячу. Все, был человечек и не стал. Один нос остался. Хорошо, хоть не с носом остался Марсик, да? А бывает так, что и с носом кто-то остается. На, ты больше всех помогал. Ты больше всех тоже помогала.
А ты вообще, прям твоя помощь безмерная была. Лерик, ты успел? Ты успел? Я не заметил. Это мне надо останавливать, просматривать видео. Было все так моментально, что, по-моему, Мирка перехватила. На замедленной съемке, конечно, я это могу увидеть. Лерочек, на. Вот теперь я точно вижу, что ты взял. Точно. А если ты взял и первый раз, тогда тебе получается два кусочка, да? А вам получается по одному, да? Как-то несправедливо. Придется справедливость нам применять. Вот так. Это на тот случай, что если ты вдруг не выхватила, а тогда получается, что тебе меньше на один кусочек. Тогда на тебе. Ай! Что ж ты меня по пальцу зубами клацаешь? Ну не больно, но неприятно. Все равно клац. Лирик, а с ладошки тебе не дашь. Потому что слезнут вот эти вот. Ну а теперь, чтобы было все справедливо, делаем вот так. Я знаю как. Теперь уже вот раз, два, три. Мирочке первой, Марсику второму, а тебе пока Мирка жует третьим. Опа, Мирка ухватила. Эх ты, лопух ты, лопух ты. Поэтому тебя все и жалеют. В большой семье клювом не щелкает, понял? Че ты? Мог бы быстренько, раз и все. Вон, глянь. Эх, Лирик, Лирик. Одно горе с этим Лириком, блин. Попробуй сейчас от этой колбасы отрежь что-нибудь. Она, во-первых, в пленке. Во-вторых, нож тупой. Ну, а справедливость-то должна быть все равно. Вот тебе все и жалеют. И любят тебя-то из жалости. Марсика любит из восхищения. Им восхищается. У него любовь такая через восхищение. Мирку любят через любовь. А тебя любят через жалость. Понял? Что смотришь? Сейчас я выкину пленочку, мусорку. Как теперь тебе дать? Идите. Быстрее. Бегом. Дом. Ой. На. Подожди. Подожди, вот как? Стой! Вот так, ешь. Скотина упала. Она круглая оказалась. Лирик, ничего у нас не получилось. С ладошки хотел дать ему. Все? Ты довольный? Ты счастлив? Ну, и я счастлив. А это мне.